мечи все. А толку-то? Все равно скучно. Я просто чувствую, как мозг ржавеет от безделья. Никогда не думал, что быть богом – это так скучно. Строчки в тетрадке. Строчки. Добро пожаловать! Сейчас я тебе покажу, где глюки зимуют. Палач, отрубить ему голову! Из ада попала тетрадка смерти. Ее оттуда черти забросили. Мир людей. Вот та самая тетрадка. Эй! А что у этой тетрадки такого особенного? Вот сабля, либермалея, это же другое дело. Туда черти записывали имена тех, которым срок вышел. Исчезать. Ну зачем же тогда такое нужно весь выбрасывать? Нормалей не выбросил. Да им скучно было. Вот и выбросили. Ну и что было потом? Почтенный Яганиса, будучи юношей, чрезвычайно умным, правдивым, а также не любящим правительством, вы решили в вашем мире уничтожить все преступления. То есть вы записывали туда имена преступников? И злодеев почти всех вывели. А кто решал, кто злодей, а кто нет? Ну, я, конечно. Ну, а вот это уже по-королевски. Никто вас не смог оставить. Ни полиция, ни пресса, ни самые гениальные сыщики. Да. Какие замечательные галлюцинации. Ну... Продолжайте. Лезть всегда приятно, даже от собственного подсознания. Это сейчас он кого послал? Сам ты глюк. Вот сейчас отбью твою тетрадку. Что он здесь?
Дама, балет. Тебя называть? Ну да. Сама сказала. Подожди. Какая я тебе дама? У меня палач. И то было бы быстрее, чем ты. Ты в свои тетрадки строчишь. Ты там что, наши имена уже, что ли, туда записываешь? Да зачем? Это актрисы-кинолики. А то с вами опять скучно. Ну, и кто делать? Это все будет... Меня! Волшебники. Наш человек во всем виноватого и ищет. Ох, как я хочу отомстить им всем этим волшебникам, придумывающим их сказки, не спрося у нас. И этим никчемным сказочным героям, которые даже толком помереть не могут. И людям, которые считают эти сказки и смеются над их героями, даже не подумав, как это быть понарошку. Ну тогда у нас с тобой одна цель.
Пункт первый. Отобрать у главного волшебника саквояж. Зачем? А у него там ковер-самолет. На нем можно лететь куда хочешь, даже в мир людей. Пункт второй. Отправиться в мир волшебников и подсыпать им всем в чай грибной порошок. Какой порошок? Из гусеничного гриба. Гусеница уже давно бабочка стала. Колян сцебрит, а гриб-то стоит бесхозный. И что будет? Пока волшебники спят, они не смогут выдумать сказки. И люди забудут о сказочных героях, и те исчезнут навсегда. И даже эта нахалка Алиса. Это справедливо. Но в вашем плане есть маленький недочет. Если исчезнут сказки, исчезнем и мы. Пункт третий. Отправиться в мир людей, где нас уже поймать некому. Ура! Ура! Дело в том, Яганса, что все, кто попадает в мир людей, становятся человеком. И тогда я наконец-то смогу рубить настоящие головы. А я избавлю мир от преступников. Отлично, пап! Но только зачем вам тоже съесть? Потому что мы хорошие. Потому что я хороший. Дураки, кто тут из нас хороший? Вспомнил. Потому что у вас тетрадка есть. Все очень и очень просто. Мы доставляем себя в мир сказочных героев. Ты берешь свою ручку, тетрадку и записываешь в нее побольше этих самых героев. Как те начнут исчезать, так волшебник к ним на помощь и ринется. Он ведь доктор. Он добренький. А смоем его в костер и кинем. Пусть горит докторишка с очками и галстуком. Хорошо. Я согласен. Поехали без сказочных героев. Минуточку. Не так быстро. А как мы узнаем, что ты нас сам туда не запишешь? Мама, не надо, не надо. Не надо, запишись. Ой. И сам уже подумал. Была бы моя воля, отрубила бы я себе голову. Ягами-сан, мы вам поверим, если вы нам залог дадите страничку из вашей тетрадки. Ни за что. Ну, и тогда сиди здесь один. Один! В твоей тетрадке, как что выбраться, не прописано. Не прописано. О, как я хочу показать, кто здесь хозяин. Ну, тогда мне сегодня не выбраться. Пожалуйста, Танечка! Нет! Пожалуйста!
Борис, доктор, как самочувствие, куда? О, вам уже лучше, я смотрю. Вам совсем хорошо. Тачонка, подождите. Ой, дядя доктор, вы милый. Ай, ай, поди. Не забывайся с ним, только вообще не доктор. Сейчас маму позову. Мам, маму, конечно, можно назвать, но она мне помочь не сможет. А почему это? Мама в сказки не верит. А мы тоже нет. Взрослые не видят сказки по-настоящему, а дети по-нарошку. Мы дети, мы тинейджеры. Тинейджеры, мне срочно нужна ваша помощь. А зачем это? Мы сейчас с вами вместе бежим в Африку спасать человечество. Звенит, малыши. Подождите, а их вас еще не спасли? И вообще, в Африку нас мама не пустит. Да будем у нее спрашивать. Да. Извините, ради бога, это моя ошибка. Я все перепутал. Друзья мои, мне нужна ваша помощь спасать сказочных героев. Кого? Капитана Гранта. Капитана Гранта? Нет, я думаю, нет. Ну, хотя, возможно, их тоже придется спасать. Нет, нам нужна Алиса. Нам нужен Карлсон, Спайдермен, Красная Шапочка и много-много-много-много других. Смотри, они
искры. Ни одно заклинание не работает. Как же мы вас теперь защищать будем? Вот придумал. Думаю, что мы, девчонки, так и драться не умеем. Если я никого не могу защитить, то зачем мне вообще есть? Смотри! Прости. А вот золушка. Олеша был самый настоящий. А еще там лесу. И слышали? Червоная королева забанила все волшебство, кроме тетрадки смерти. Но если у нее претензии к Алисе, пусть ее и банят. Вот утром Соня пропала. Может, пойдем где-то с вечера за Соней так и спить? Я у похраба нашел. Нет, попал. Жалко Соню. Мама. Между прочим, там в лесу избушка на куриных ножках. А еще... Замолчи-ка. Власть со своей тетрадкой уже всех наших друзей так забанил. Соню, Чихуна, Скромника, Весельчака, Золушку и даже Волка не пожалел. Противный лад, хуже королевы Варки. Да он хуже Дементора, хотя и Дементора в тетрадку стерли. Моих друзей Лайт тоже стер. И гусеницу, и шляпника, и белого кролика, да даже мартовского зайца не пожалел. Может, мне действительно пойти и сдаться? Я очень
Мне метла для работы нужна. Не видели мы вашу метлу, тетенька. Железный, да, я... Идем. Сами. А у нас получится? Обязательно.
даже узнал вас всех, даже в масках. Талсон, Белоснежка, Алиса, господи, как мы по вас скучали. Позвольте вам представить моих друзей, самых ваших преданных читателей из мира людей, Ванечку и Танечку. Добро пожаловать! Спайдермен! В наш фэн-клуб! А почему вы все в масках? Банка решили ограбить? Это наша бабушка Яга от лайтовой тетрадки спрятала. Бабушка Яга? Низкий вам поклон. Пирожки еще печем. А как же? Могут пригодиться. Плюшки? С вареньем? Нет, что вы, с грибами. Отборный мухомор. На болотной водице выжила. Сама собирала. Как я рад, что вам всем удалось спастись. Не всем! Нужно что-то делать. Нам надо защищаться. А как? Отправляйтесь искать на Лута и Саски. Пусть наденут маски и помогут нам победить Лайта. А мы будем защищать волшебника и людей. Мадам, я лично буду драться за вас, как лев. Спасибо. Мы их обязательно найдем. Я отомстим этим противным плащашам. Один за всех и все за одного. Пока. Сказочных героев развелось. У меня уже пальцы онемели их записывать. Взять под стражу главного волшебника. Опасный горишка. Не хотим! Ничего у вас не получится. Сейчас мы у него второй самолет отнимем. И полетим на нем волшебника в чай поедем. Вот, у нас целый мешок выслушной грибовки. Целый месяц сушил. Не то что волшебника. Слава Потапа, усыпить можно. А с какой стороны отщипывал? С левой. Справа я дома оставил. Молодец. Справа там все наоборот. Да что ты так стрессуешь? Служи вам. Вон они гость. Ваш лицом аж желтый весь. Лучше сядь на пенек. Пойдем. Садись на пенек. Оу. Не пейте, не надо. И вообще, это опасно.
держит. Приступайте. Баба-яга, твоя кличка костяная нога. Умник, ворчун, красная шапочка, подозревается над нелегальной расправой над неким волком. Горит пот, имеет террористические наклонности и разыскивается властями. Буратино, патологический врун, взрывает завод прошлый. Карлсон. Краденые плюшки. Thank you.
Давайте рассмотрим ситуацию логическим путем. Во-первых, уверены ли вы, что ковер самолет не экспроприировали ваши друзья? Ни за что не поверьте! Наши друзья нас бы дождались! И помогли бы нам спасать волшебников! Нет, это именно лай королевы Бармалей напакостили! Несправедливо! Вот встреча Лайта сегодня с Траткой. Я его так отделаю, и королеву, и Бармалея с техникой теневого клонирования. Чтобы кого-то как следует отделать, одной техники мало. Судя по всему, наш противник умен, коварен и организован. Иначе бы он не смог захватить главного волшебника. Тут на одном справедливом негодовании далеко не уедешь. Конечно, жажда кровавого мести неплохо мотивирует. Но ее, увы, недостаточно. Нужна основательная подготовка и гибкость мышления. Стоп, сэмпай, какая гибкость? Если без ковра самолета, ну никак не попасть в мир волшебника. Да, ковер пропал, ваши друзья тоже. Тогда нужно скорее искать новых союзников. Да где их тут найти? Тут на болоте одни мухоморы да лягушки. Вот тебе, Саски, и потенциальный союзник. Ну, я не совсем это имел в виду. Это ж не союзник, это просто козел. Простите. Козлик. Ой-ой-ой. Помогите! Помогите! Я спасу вас от этого чудовища! Так все, хватит! Какое чудище! Это же обычный козел! Раз, два, раз, два! Жил-был у бабушки серенький козлик! Раз, два, раз, два! Серенький козлик! Остались от козлика рожки да ножки! Раз, два, раз, два! Рожки да ножки! Стоп! А технику теневого клонирования на самом деле очень крутая. Я тебе верю. Козел как козел, только почему на нем халат? Где же я это уже видела? Это же халат главного волшебника! О, его докторские очки! Ну, тогда это и есть главный волшебник. Наверное, его скутовали лазь королевы, когда отбирали ковер-самолет. Надо же нам было опоздать. Вы нас украшаете? Да. Не ешь! Они с мухоморами! Что за козырные шутки? Мы мухоморы не едим. Нам друзей выручать надо. И союзников искать новых. Мне кажется, что союзника мы уже нашли. Как я и подозревал, отборные лесные мухоморы обладают множеством магических качеств. Например, телепортироваться в сказочные миры. А мы в козлёночков не превратимся? Сейчас проверим! Круто! Наруто пропал! Наруто Бакка! Теперь еще его искать придется! Но что-то мне подсказывает, что нам туда же. Раз, два, три.
сочетанного. Аой, аой, оно ссора. Ой, а где ты? Солнышко, солнышко. Властелин колец, властелин колец. Алые паруса. Алые паруса. Не знаю. Маленький принц. Маленький принц. А, маленький принц. Маленький принц, маленький принц, маленький принц. Так. Понятное дело. Нет, непонятное дело. Солнышко, властелин колец, алые паруса. Алые паруса, Золушка, властелин колец. Властелин колец, алые паруса, Золушка, властелин колец. Понятное дело, здесь, 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 здесь сказочники живут. Ау, сказочники и сказочницы, вас надо спасать, спасать. О, чай с молоком. Мауси, мотауси, зубауси, глазауси, на-на-на, зубауси, хвостауси, разбойники, вармалеющие. Жадин, варенье поделитесь. Эй, варенье, варенье, thank you.
пусть яичница два гриба на мухоморы. Логично. Мухоморы-то на болотной воде росли. Вот они не в козлях, а в ёлки родились. Но теперь вы расколдуете всех волшебников? Да нет, не смогу. Варенье на универсальное волшебное варенье — это очень хорошее средство. Очень-очень хорошее средство. Но оно как-то закрылось. На все руки не хватало уси. Но тогда сказочный мир еще в опасности. Опасности? Где опасности, папа? Это и ко сну понятно. Понимал уси? Волшебники теперь не могут фантазировать сказки, но они могут делать гаджеты, аппаратуру, приборы и многое-многое другое. Понимаете? Но вместо сказки фантазии сплошной science fiction. Так, врача, а кто сказал, что science fiction — это не сказка? Так писатель, как и в сказке, придумывает мир, отличающийся от настоящего. Только вместо магии там наука. А ведь фантазировать по-научному можно. Даже... философы фантазируют. О, как вы правы, мой юный друг! Как вы это все верно подметили! Может быть, сейчас, даже в этом зале, где-то... О, братья Стругацкие, Аркадий и... Лариса. Боже мой, смотрите туда! Это философ Вольтер. Так он же спит. Нет, он писал философские сказки. Он философствует. Понятно. Так, тогда вы расколдуете всех волшебников. Это... Минуточку. Это универсальный трансформатор времени, который может любого человека, любое существо, любого превратить в малыша. О, в то время, когда Лариша писать не умеет, а королева не знала, как рубить головы. Представьте, как они начнут ссориться и звать маму. Ну, а как нам обезвредит Плайта перед тем, как он запишет нас в тетрадку? Плайта? Есть идея! Универсальный вырубатель света! Судя по названию, он вырубает свет, а в темноте никто писать не умеет. Даже Лайк? Конечно. Но нам, наверное, нужно спешить. Конечно, сказочный мир в опасности. Нужно торопиться. Да, и в море есть, кстати, не надо. Наше варенье для этого есть. Ой. А вы? Волшебное варенье – это замечательная вещь. Она может трансформировать, она может спасать, но его, к сожалению, на всех хватит. Кому как, а мне мухоморы нравятся. Да, хватит нам спорить, нам нужно торопиться, пока Лай с королевой мир людей не убежали. Ну? Да, а на меня варенья, к сожалению, не хватит. До свидания. До свидания. Мне очень жаль. Спасибо вам огромное. Понимаете? Thank you.
волшебника. Дома было скучно, а тут же скучнее. А ты говорил, что мама пилит. Да пусть мама пилит, чем королева тут всех троллит. Не королева, а ок. Мордовский или Мордовский, Ок, Мордовский, ок, Мордовский, ок, Мордовский. А ты знаешь, а мне не скучно. Когда я закрываю глаза, у меня в голове появляются все те сказочные герои, которых мы видели, и еще много-много других. Как будто я одновременно читаю и смотрю сказку. Ты правда не врешь? Не-а. Давай я попробую. Нет, не получается. А может вот так? Тоже нет. Что ж такое? Может, вот так вот? О! Ты кого-то видишь? Да, Спайдермена, Белоснежку, Наруто, Саски, Сакуру и гномов. Ух, даже голова закружилась. А ты спрашиваешь, что они сделают? Да, спрошу. Поют и танцуют. Ой, а и потом ты спрашиваешь, что? Ой, а вот это кто такие? Где? Где-где? В моей голове. Я их еще никогда не видел. Ни в одной сказке, ни в одном комиксе, ни в одном мультике. И ты скажешь, как они выглядят? Да, ну вот у меня нет слов, чтобы описать. Книжки надо читать. Ну, я не хочу чужие слова использовать. Хочу свои собственные выдумывать. Например, слушай, велосипотам. А что это такое? Это бегемот на велосипеде. Или, а, точно, лилипутография. А это еще что такое? А, это сестренка. География страны лилипутов. Да, у меня получается, да, конечно. А у тебя получается? Так, все-таки Гулливера прочел? Нет, мультик смотрел я. Балда! Ну, я же не волшебник, я только учусь. We're gonna make it.
говорили, что волшебники заснут и сказочный мир исчезнет! А он не исчезает. Почему? Ну, а я откуда знаю? Вот, вот этот дурень, опять, как и с этими розами. Все перепутал. Брэннон, вот бы их в костерок-то бросить. На, и так не запели. Лентяи, халтурщики, дармоеды! Тетрадку их запиши обязательно. С вашими подчиненными разбирайтесь сами. А ну-ка, пират, накажи-ка их как следует. А я что, за даром буду? Да как вы смеете меня не слушаться? Да. Ваше Величество, ваше сиятельство, Ягами-сан. Да зачем ссориться? Ведь у нас все получилось. Шито-крыто. Мы можем прямо сейчас отправиться в мир людей. Докторишку мне отдайте. И с Алиской расправиться не удалось. Да отдайте мне. Вот, айболитовых и прят. Так мы отсюда никогда не выберемся. Уймите вашего придворного гармана. Не буду. Сам Алиску упустил, а теперь еще и требует. Докторишку? Козла превратил. Никого я в козлов не превращал! Он сам балу водицы выпил, а ваша королева его Это правда? А ну, признавайтесь. Так точно, ваше сиятельство. Ну, погоди. Отрубить вам Малею голову! И ему тоже! И им всем тоже! Вот дела. И тебе тоже голову с плеч! Ну, ваше величество! Ах, ты мне перечить будешь? И тебе тоже голову с плеч! А вообще, вам всем! Всем-всем-всем голову с плеч! Палач, подожди, ну куда же ты? Я же на полном серьезе! Ну, плиз, ну отруби ты им всем головы! Задумал муравей гору фудить. Ах ты, обзываться? А ну отдай тетрадку! Я сама Алису туда запишу! Я же ее прям в лицо знаю! А вообще, я туда всех запишу! Всех! Нет! Это моя тетрадка! А вы просто эксплуататор! Эй, как так? Без меня драка? Саквояж? Тому, кто найдет, прощу все. Милый, милый Корней Иванович. Данечка Ивановичка, как хорошо.
знает. Мы, когда мы в плену сидели, мы тоже сказки видели. Мы даже свои начали придумывать. Значит, это благодаря вам сказочный мир не исчез совсем. Это что же получается? Эти девочки тоже теперь волшебники? Да не совсем, да, мы только учимся! Ура! Пропала стопудовая уверенность в своей правоте. Очень любопытно. Советую. Друзья мои, случилось чудо. В нем проснулась элементарная совесть. Спокойно, спокойно, спокойно. Я обещаю, что больше никогда никому не буду рубить голову. А? И я обещаю засадить все королевство розами. А какого цвета? Красный. Нет, не красными. Пусть каждый выберет сам. Я вместо шар, а я вместо татуировки детей буду печь булки. Мы с перевоспитанием преступников. Мы
можно записаться к вам на курс повышения квалификации? Да, дипломы да. даете? Да, да. Или сертификаты? Да, да. Так заведите себе Ягами-сан тетрадку жизни. И записывайте туда тех, кто перевоспитался. А можно их дигитальной информации? Без ручки. Все ручки. Ой. Благодарю вас, вы очень-очень любезный Thank you.
Мне также хотелось бы поблагодарить всех тех, кто помогал в подготовке этого спектакля. Спасибо вам большое. Я сейчас... Знаете, то, что мы вас ценим, любим и уважаем. Спасибо вам большое. Спасибо, Лена, это взаимно. И тоже благодарим родителям, благодарим, которые везут нас на театр. Нас так любят и смотрят нас, когда нам это важно.